Всем привет! Сегодня мы играем в симулятор Мега Нуба. Я здесь Халк. Я сделал 4 реберса. Следующий стоит 140 тысяч. Это очень мало. Потому что я уже пиратская локация. Туда надо 100 тысяч. Я... Кстати, мне еще... Там очень я холодно прокачиваюсь. У меня был скин очень крутой. Я не смогу вам его показать. Потому что он у меня как-то пропал. Я его купил за 2 тысячи голов. Это очень много. И мне еще один либерс, и я смогу туда попасть. Эти. У меня типа это за перерождение. Но я хочу сейчас прикупить себе новеньких бетонов. Беконов. Здесь самые главные беконы. Только мы их почему-то бьем. Бекон, бекон, уходи от меня. Вот. Я хочу кюстю сделать, где надо. 200 монеток. Заработали. Это у него 1000. Он слабенький. У меня кое-что пропало. Это очень... Туда надо много силы. Или мне туда идти. Да, мне сюда. Ты мне нравишься. Можем тебя купить. Тинг. Это можно пирожки. Это пирожки. Прикиньте. Питомцы. Вау! О, золотой император беконов. Я был обычным императором беконов, которому я поспал. Ну, смотрите. Когда у меня будет 100 перерождений, это, конечно, очень долго длится, но понимаю. Это же жетоны какие-то. Окей, посмотрю потом, как зарабатываются они. Я куплю себе ниндзика. Ниндзика, куплю его скин. Так, сейчас пойду в ту локацию. Кстати, смотрите, какие у меня подкоты. О, вот это я. Вот скин. Халк, видите, какой я крутой здесь. Так, смотрите, эти два я могу только... И я хочу себе еще один слот, но не могу. Вот этот мой крутой самый. Сейчас потрою с кем-то. Так. О, трупы, кстати. Надо... экипировать с тобой не хочешь. И какой у меня топик есть, пацан плохой, он плохой, понимаете, он меня вечно хочет удалить. О, о, на тебе лезет. Меня из-за этого чудика убили, блин. Эти. Ничего. Меня это, блин, чел. Кстати, вот что я вам хотел еще показать. Усиление. У меня вот что есть. Я хочу сейчас заращивать, ну бы я не пробовала как-то. Там Бубик бегает. Мне кажется, у него перерождения нет. Потом мы пойдем. Я мою любимую локацию покажу. О, во, как он взрывается, прикольно.
Так. О, награду хочу получить себе. О, 50 голов. А, то есть 25, да. Пять. 25. Мы летим, куда мне надо? Мне надо пацана прибить. Он меня тогда взрывал. Все, я его взорвал. Он сам ко мне хотел лезть. Но вы сами видели. Он ко мне лез, как будто бы бешеный какой-то. Ну еще, я ему говорил все по-хорошему. Все. О, кстати. Улучшение, усиление. О, пиратский напиток. Я хочу столько денег. Не будет. О, я еще вот такую потом куплю. Экспон. Сейчас я вам покажу локацию, которая мне нравится. Ну, пока я в нее могу зайти. Ну ладно. О, там кто-то троит. Да блин, отцепил. Ну окей. Кекс. Ну я вам хочу туз сначала показать. Это ледяная за два реберса. Это тоже. 2022 год. А сейчас 2023. Да, погодненькая. Но она, конечно, не очень мне нравится, но норм. Потому что за вот этих вот они не дерутся. Они нравятся, которые дерутся. И они слабенькие. Ну, смотрите. Ну, хотя, да, ну, я, в принципе, норм. На тебе. Это бекончик прикольный такой. Привет, бекон, я тебя знаю. Ты танцевар на параде. Новогодние беконы. У меня, кстати, баскетбольный мяч один пэтик. Один у меня сидит. Потому что он своих беконов хотел съесть и предать. Теперь я ему помогаю выбраться. О, 15 тысяч, да. А я не видел, что там надо локацию, кстати. О, Сьюри, чувствуй свою силку. У меня было 700, почти миллион. Для меня это фигня полнейшая. Да блин, пацан, он круче, чем я был. Это слабак, это продает. Чтобы мы ему бабки платили за то, что он нам дает усиление. Потому что у него денег нет, то он хочет себе прикупить хангерий. О, я сейчас с ним подружусь. Там снеговик, то есть вон нуб, мой друг. Нубик, друг. Ой, телепортируюсь. Привет, друг. Ты китаянец, понятно. Ну окей, буду с тобой дружить теперь. Привет, Нубик. Не бей его! Не бей его! Моего друга. Скоро я буду сильнее, чем ты. Во. Буду как тот примерно. Ну даже больше, когда мне надо будет 100 тысяч. Ну ничего. Мы потом с тобой подружимся. Не, с тобой, кстати, скучно дружить и неинтересно. С инструктором буду его так называть. Дружительно. Привет, инструктор. Я почти как ты уже. Это хорошенько. Ить, моему. О. Там пришел, прикиньте. Ну, естественно, у него есть так мало сил.
Для меня это пока не мало, потому что я недавно ребер сделал. И инструктор, мне еще надо телепортироваться. Буду так называть. И я буду включить вот это. Да, инструктор. Мне надо 5000. Ладно, сейчас еще два вот этих забабахаю и пойду вам космическую показывать. О, сейчас его надо. Ой, я выше себя. Ре. Инструктор, я круче вас. Вау. Скоро буду как ты, бекон. Камалом. В дерево упал. Снеговик. Ну вот, короче. Эта локация прикольная, да? Ну да, она прикольненькая. Мне, например, нравится. Сейчас косметичку. Она моя нелюбимая. Моя пиратская любимая. А еще беконовая. Ей за 40 тысяч. Это очень много. Ну что, парнишки. Кто хвастался передо мной, что он круче меня? Ну что? Какой я? Привет, Бекомендер. Ты чего меня хотел ударить? На побочке. Как доктор уже 2 года назад был, как бы. Могу даже показать, если не верите. Но я вам честно говорю, он у меня был. Но просто он украл и съел. Пиу! Это вот та локация, которую я хотела зайти, но не зашел. Пиу! В космос! Отправляемся! Это Бостон, туда на 25 тысяч, чтобы пройти. Я его пробовал, когда у меня был 1 000 000, это мой максимум. О, привет! Я допрыгнул до туда. Я хочу вам показать. А, нет. Там был замороженный прошлый мобик. Когда-то. Вот эти уже, я вам скажу, посильнее. Блин, это бьет, блин, меня! Сейчас я прыгну вверх, а тебе по башке вот так. По башке! Ты мне дал. О! Прозрачненький. Помнить. Прикиньте, кстати. Там. А, нет, туда 15 тысяч. Там 75 жизней надо. Чтоб туда пройти. 75 жизней. Как мало. Ну, все знают, что это мало, да. Ну, кстати, потому что я хочу показать другую локацию. Вот с этим подойди сейчас. Вот ты. Пиарюк. Тортик ему предложил своего я тортика. У него тот и тортик. Пирпет. Пирпет. Да, мне короче, поэтому я соглашусь. Либо скин какой-нибудь. Ты мне ничего не дал! Ой, я хотела вам показать кассу. Сейчас превращусь снова в крутыша Кимба. И покажу. Ну что там тоже иконы, они обижаются. Окей, окей. Правда, тут босс мне убьётик. Потому что он очень сильный. Сейчас забью тебя. Сейчас я просто к тебе допрыгну. И победю тебя. По башке. Всё, наконец. Во, я крутой.
А недавно, когда я вам показывал, тогда, я тогда говорю, наконец-то у меня 1000. Наконец-то у меня 4 босса, прикиньте. А у меня почти 1000 головок. Кеймод скин прикуплю себе. Там 15 000 для босса на 25. Я вот этих космонавтиков птичек хочу побить. Смотри, он летает вообще. Он сильно бьется, кстати. Он очень сильно. О, ну ладно. Сейчас ну, 1000 накоплю и посмотрим. Ну, мне надо 1000 глазик. И я вам покажу, какой я скин хочу. Так, да, у меня вот этот скин. Халка, ну, я почти такой, как на обложке там. На, заходим вот сюда. Здесь за 7000 есть такой. Мне кажется, он... Крутая фишка. Когда пиратская, да, там очень много голов. Прикиньте, по 7000. Я на самом деле хотел бы купить за 10 миллиончиков. Это очень много. То есть, да, за 10 миллиончиков ниндзяка. Да, одна шутка. Ну, по реалке я бы накопил, но тебя нет. И хромовой нуб он нет. О, хромный, посмотрим. Какой он? Ну, нет, он такой, как на обложке. Я на стеклянного нуба накопил. Так. Здесь все стоит, ничего не делаю. Кстати, он крутой, все, я запомнил его ник. Вот он самый крутой. О, он, наверное, скины не умеет делать. Ну, или ему такое нравится. Потому что у него такой скин. Это не мечта. О, там Шеля ходит. Все хорошится до ухуда. Окей. Так, я с ним хочу. Так. Ого, у меня уже 7000. Нормальненько. Я собирала 15. Кстати, этот портал за 3 жизни. Мне надо 15000, понятно? Я понятно вот сказала. Во. Кстати, я давно хочу не делала. Кажется, он не крутой. Потому что мы из ребёнки. Или может крутой.
Так. Улучшение. Кингс. Миллиард. Шутка не миллиард, но очень много. Так, а что я купил? Окей. Что, какое-то главное купил? Тебе будет слабело, кстати. Вот не зря я главное купил. Он почти даже не успевает ударить. Все, могу спон убить. Один переживай, все. Кстати, у меня почти 10 тысячонок. Все, могу спокойно убить. Почти 100 тысячонок. Почти 100 тысячонок. О-о-о! Я покачался. Меня бахнул очень легко. Понял. Ой, его тоже бахнуть, прикиньте. Ой, я могу скинуть и перепить. Остров. Это фиговый остров. Хрому пыли нет. Стеклянный. Сейчас закрыпну стеклянную. Вау, я тут. Обезьяна чуть-чуть поддавала кирпичи, а тут нашла она стекло и хотела подать его. Ну и пал. Кстати, помню, вот какие у меня уже маленькие петики, а раньше были гигантские. Кстати, здесь мир большой, а ты маленький. Потому что мир большой. А в начальной локации мир маленький, а ты большой. Ну, сейчас, да, спущусь в начальную локацию. Кстати, у всех они круче меня. Ну, зато у меня больше либерсов. У них 3, у меня 4. Найс. О, кстати, я вам хочу кое-что показать. Чего? Это, мне кажется, это в этой игре должны, кстати, все делать. Нет. На каком-то... Я на первом, наверное. Да, у всех по одному ребёрсику. И... Здесь все слабые. Ну нет. Я эластичный. Там Халк стоит. О, привет, Буйк. Пушки. Ну ничего, ты сам хотел быть. Ям! И 25-й еще очень слабенький. О, там Нубик. Привет. Я челька бахну. Ты че на меня пялишься? Я лучше сейчас блин. А ты на меня пялишься, будто бы ты меня лучше в миллиард раз. Привет. Заходим туда. Хорошо, что не тратится, когда ты заходишь. Хотя, когда у меня было 25, я бы даже не почувствовал, что у меня силы потратится. А вот будет еще миллиончики. О, кстати, там за 5000. Прикольная локация. О, крутой телек. Сейчас я вам покажу, сколько. 400 голов дает, прикиньте. У меня уже 500 головок. Головок. Ну, смотрите, с кем я драться буду.
конечно, я бы, наверное, победил, потому что я тебя много раз, да-да, смейся там, смейся своим смехом Бубиковым. Да, я вот танцую. Ну окей, давай смейся, смейся. Ну вот, ты пока смейся, да? Ну, вот, значит, ты смейся, а я тебя пока вот так вот сделаю. Я же говорил, я тебя победю. Камень падает. Так прикольно. Камень на тебе и упал. Босс. На него надо, чтобы к нему зайти в локацию 30 тысяч. У меня было когда-то 30 тысяч, но он меня победил, конечно. А сейчас... Я вам хочу другого крутого босса, который мне выдает, показать. Если я его найду. То есть, если он там будет. Он на самом деле, если я не ошибаюсь, еще больше дает, прикиньте. Сейчас я этому бумика поменю опять. Если он заспавнился. Окей, не хочет справиться, видите ли. Вот там челик, у него 1000 только. Ну, я хотела вам показать локацию. Она вон там. Я упал. Меня телепорты. А, да, это там конца. Мне нужно... Блин, я тратить не хочу делать, я самый крутой. Ого, сюда я вам хотел показать. Да челики, блин, хватит моих опеконов бегать. Ну, блин, его еще здесь нету. Прокаченького. Икс, окей, окей. Нет, так нет. Чуть на сам не бахнулся. Моя цель в этом ролике набрать 15 тысяч. Все, набрала 15 тысяч. А как таки я сказал, набрал за 5 секунд. Все. Привет, бекон. Ладно, приветик, беконтик. Смотри, у меня друзья есть. Ой, прости. Никто ничего не видел. Ну вот кто мог это видеть? Вот, правильно, никто этого не видел. Сейчас. Я скажу. Это мы! Бекончика бахнули. Что? Победили. 100 локаций. Ой, все думают, я такой маленький, бубеньковый. Беру. Пух, 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 пух. Прикиньте, я беру, так вот делаю. Ой, я был такой маленький. А как я таким стал? Никто не видел. Может, это тоже так станет? Да, он такой же. Сейчас бекончиков признаю. О, здесь антикриуси. Самбокриуси. Нормальненько сил 400, окей. Ну, окей, окей. 25. Там уже посильнее. Прикольно, прикольно, прикольно. Тэнкс. Не надо 20 тысяч. О, нормально. Ладно, всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, пока, пока.